Вольно перевел и озвучил Сергей Кромос. Объединенный штаб сообщества разработчиков и пользователей 3D-редактора Blender. 27 июня 2018 года. Город Амстердам. Работаем! Привет! Добро пожаловать на третью экскурсию в объединенный штаб Blender сообщества. Здесь расположена анимационная студия и институт и фонд Blender. Это здание вы уже видели, но сейчас мы завезли в него живых людей. Пойдем посмотрим, что они там вынуждены делать теперь. За мной. Над входом будет огромная икона с логотипом Blender. Она появится, наверное, в сентябре. И... вообще, тут мы планируем скоро устроить тусню по случаю окончательного обустройства, в конце августа или в начале сентября. Ну а пока мы наклеили листок, чтобы люди были в курсе, что тут работают молодцы, создатели бесплатного опенсорсного 3D-редактора и трехмерных анимационных фильмов. Фантастические магические двери. А это обычный стол. Я бы хотел сделать обращение для вас, будущих гостей нашей студии. Пожалуйста, не приносите топливо, особенно сладости или печеньки. Потому что нас нехило раздувает, понимаете? Я сам ем очень мало сладостей, мне много не надо. А это то, что люди полюбили делать, и я прошу вас, если вы будете поблизости, то занесите каких-нибудь задиристых, всратых сувениров из вашей глухомани. У нас уже довольно богатая коллекция, включающая собирателя земель русских, какого-то попа, часики, да чего тут только нет. Договорились, да? Каждый оставляет свою отсебятину, как в open source. Погнали дальше. Эта голова Сюзанны здесь для того, чтобы никто не решил войти в офис через эту прозрачную стену. А вот специальная аудитория для занятий. С сентября или октября перманентно будем тут обучать людей, разработчиков, технических директоров, аниматоров, укротителей игры Spencil, 3D-печатников, проводить курсы и мастер-классы для нубов. Программа будет опубликована через месяц, я надеюсь. А вот в этой комнате вы можете вот так делать руками. Да и вообще можно делать, что хочешь. Можно все это превратить в театр и сделать там сцену. Будем делать воркшопы или тренинги, мутить тусы. Конечно, мы смотрим и футбол тоже. А это лучшее место. Это моя комната. Здесь я все отслеживаю, и мы можем наблюдать Анну за работой. Hello, Аня. Она бухгалтер, милый мой бухгалтер. Платит по счетам, спускает тут все наши деньги все время. Чего? Я ей говорю, ну хватит тратить деньги. Она говорит, ну надо же платить по счетам и налоги. Она единственная, кто тратит деньги. А я тут для того, чтобы деньги приходили. Что-то я хуйню погнал уже, да? Ну да. Так, вот. Сегодня вечером смотрим матч. А тут я обычно прижимаю свою точку и делаю работу. Если вы напишете мне на мало, тут я буду вам отвечать. Хорошо, давайте посмотрим стенд с наградами. Тут есть Сиграфа и Сдотс Доминейшн. Конечно, вам надо увидеть эту улетную кухоньку. У нас работают живые люди, их надо кормить едой. Вот кофе, холодильник. Даже две посудомойки. Обезьянка означает, что сейчас посудомойка полностью заполнена. Мы ее распечатали на 3D-принтере.
Этот пресс-гриль мы назвали «Лакарайзер». Кто-то из ребят придумал ему такое название. Оставляешь там что-нибудь съедобное, и он делает это еще более съедобным. Идем дальше. Вот, у нас есть мастерская, тут можно... Тут можно творить, что хочешь. Тут инструменты, краска, принтеры. Вот тут люди начали что-то делать 2 месяца назад и не закончили еще. Но вообще тут есть все, чтобы закончить начатое. Комната для важных переговоров. А вот в этих камерах мы держим разработчиков. Сейчас их работа состоит в том, чтобы работать на камеру. А, ладно, не будем их отвлекать, пусть пашут дальше. Не спугни их. Hi, Campbell. У нас есть отдельная камера для французов. Hi, Clément. И для выходцев из Бразилии. А также Германии и Бельгии. Так, у нас тут демки с партиклами из 2.8. Да, мне еще нужно пофиксить это. У меня еще есть что показать. Пойдемте. Смотрите, у Сереги своя отдельная сочевальня, но он не любит, когда его отвлекают. Давай, пробираемся, только сильно не шурши. Тут восседает Франческо. Пабло сидит там. Это я. Теперь идем наверх, где происходит реальная движуха. Но вообще-то половина только. Самые важные комнаты нашей конторы, вы их уже видели, но сейчас они уже используются по назначению. Итак, наша серверная. Темень тут, конечно. Тут у нас рендерные мощности, 2 студийных сервера, 50 терабайт, сотни висящих проводов, роутеры. Посторонним тут делать нечего. Это Энди? Приехали, конечно. Это наша креативная команда. Вон аниматор. Смотри, там Кашкатун. Кис-кис-кис. Ну, надеюсь, видео вам вкатило. Наверное, сделаем 4-ю экскурсию, когда вообще все будет готово. А так вы можете заваливаться на конференцию осенью и все сами увидите. Не отваливайтесь. Пока. Всем пока. Пока, парни. Слушай, ты где был, пока мы снимали? Это Франческо? Снято. Сидишь тут в джунглях. Ладно, я пошел работать.